Resident Evil. Это все началось обычным сентябрьским днем. Обычный день в моем родном городе. В городе, контролируемом Амбреллой. Никто не ожидал их, и дальше моя жизнь пошла по пути уничтожения. Я надеюсь, они завершили свою миссию, но я никогда не забуду этого, если они снова не начнут драться. После того, как они превратились в монстров, ничто их не может остановить. Ничто. Это последний шанс Recon City и мой. Это мой последний выход. Это вертолет команды Дельта. Что это? Нет! Сделаем это! Сделаем! Пошли, 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 пошли! Огонь! Вставай! Давай, гаси их! Где мы? Получи, тварь! Умри! И что, посуетимся? Сентябрь 28. Монстры захватили город. Я все еще жива. Окей, мы должны выбираться отсюда. Что? Ты о чем говоришь? Нет. Я потерял здесь свою дочь, а вы мне советуете ходить наружу. Мне жаль вашу дочь, но чтобы спастись и вам, надо выбираться быстрее отсюда. Нет, я не вернусь, ни за что. Я понимаю, что умру здесь от неумирающих монстров. А теперь оставьте меня одного. Тебе, что не уйду. Никогда. Только оставьте меня одного. Почему нечто делает такие вещи? Никто не был подготовлен к этой ситуации. Что нам надо делать? Слушай, они пришли за нами, и мы оба умрем. Что ты говоришь? Видишь? Это уже...
уже рядом. Почему нечто делает такие вещи? Брэд, почему нечто делает это? Слушай, они пришли за нами, и мы оба умрем. Что ты говоришь? Видишь? Возвращайтесь. Лучше уходите. Здесь никто не выжил. Плохо. Что это? Потише, леди. Я не зомби. Меня зовут Карлос. Я наемник, работающий на Амбреллу. Как тебя зовут? Джилл, ты действительно только что говорила что-то об армии Амбрелла? Да. Мы ищем путь, чтобы спасти. Как можно приземлиться? Как ты нашел меня? Сюда! Спросить кое-что. Почему Амбрелла послала вашу команду? Наша задача — спасти наблюдатель. В своем стиле. Вы обдумали с Амбреллой это место для лжецов. Посмотри, мы только спасатели. Нет времени разговаривать. Если верите, присоединяйтесь к нам. Подумайте об этом. Это конец! У тебя все дома? Ты чуть не убил нас! Мне надо спросить кое-что. Почему Амбрелла послала вашу команду? Наша задача — спасти наблюдатель. В своем стиле. Вы обдумали с Амбреллой это место для лжецов. Посмотри, мы только спасатели. Нет времени разговаривать. Если верите, присоединяйтесь к нам. Подумайте об этом. Стой, я хочу тебя кое о чем спросить. Уйти. Все девушки любят мой акцент. Что? Продолжай мечтать. Скажи мне, почему Амбрелла послал необученных людей? Мы здесь, чтобы спасти. Не ври мне. Амбрелла — это причина, по которой все началось. Смотри, мы всего лишь спасатели, потому что... Если ты хочешь этого, ты должен взять что-нибудь другое. Я не из Амбреллы. Верю или нет, но мы герои, спасшие самих себя. Если ты веришь мне, то помоги нам. Подумай об этом. Стой, я хочу тебя кое о чем спросить. Иди. Все девушки любят мой акцент.
Что? Продолжай мечтать. Скажи мне, почему Амбрелла послал необученных людей? Мы здесь, чтобы спасти. Не ври мне. Амбрелла – это причина, по которой все началось. Смотри, мы всего лишь спасатели, потому что... Если ты хочешь этого, ты должен взять что-нибудь другое. Я не из Амбреллы. Верю или нет, но мы герои, спасшие самих себя. Если ты веришь мне, то помоги нам. Подумай об этом. Где? Где? Расслабься, все хорошо. У тебя нет таблетки? Моя башка просто взрывается. Меня зовут Карлос. Рад видеть вас, леди. Тарс, Джилл из команды Альфа. Ты представляешь? Я вижу Старс. Я член Биохазарда, посланный корпорацией Амбрелла. Я знаю, вы просили меня убить. Посланный Амбреллой? Не смотри ты на меня так. Что я сказал? В чем проблема? О нет. Это его! Они убиты. Знаешь, боль мне доставляет удовольствие. Выбраться отсюда. Правильно, мы выберемся отсюда. Стой, я хочу тебя кое о чем спросить. Уйти. Все девушки любят мой акцент. Я знаю. Почему Амбрелла послала вас сюда? Прибыли кого-то спасти. Что ты хочешь этим сказать? Для этого мы должны вернуться в первоначальную точку. Смотрите, мы только наемники. Слушай, если ты хочешь узнать об Амбрелле, то спроси об этом. Верь или не верь, но мы здесь, чтобы спасти. Если ты веришь мне, присоединяйся. Подумай об этом. Мне надо спросить кое-что. Почему Амбрелла послала вашу команду? Наша задача – спасти наблюдатель. В твоем стиле. Вы обдумали с Амбреллой это место для лжецов. Посмотри, мы только спасатели. Нет времени разговаривать. Если верите, присоединяйтесь к нам. Подумайте об этом. Вы хотите спасти команду? А я ведь только помогаю ей, Карлос. Как ты собираешься спастись? Эй, я знаю правила. Я член подразделения... Старс. Тебе нужна специальная команда? Оставайтесь вместе. Ничего не говори, ты в безопасности. Все должно быть нормально. Нет, не подходи ближе. Стой там. Ну, Джилл, ты придумала, как нам выбираться? Похоже, только один спас. Надо работать вместе. Нет, мы не можем верить.
Почему? Нам нужна помощь. Пойдут Михаил, ты и я. Михаилу становится хуже. Если поспешим, то найдем путь покончить с этой миссией. Хорошо. Ладно, действуем по плану. Мы идем к часовне и очистим там место для высадки вертолета. Когда мы доберемся, то подадим сигнал. Вертолет прилетит и заберет нас. Посмотри на землю. Я думаю, мы сможем это сделать. Эй! Главная проблема, которая у нас есть, это как приземлиться и пробраться сквозь огонь. Итак, у нас не остается выбора. Придется использовать эту машину, чтобы, к счастью, мы можем пробраться сквозь эту опасную зону. Мне не трудно. Хороший план. Итак, ладно, ребята, подвигай. Джилл, одень. Джилл! Эй, зомби не устают. Я знаю. Я могу остаться здесь. Что происходит? Джилл! Что они там? Они идут. Они должны уйти отсюда. Эй, помолчи. Похоже, только один герой спасся. Что ты делаешь? Расслабиться? Я еще не умер. Ты в порядке? Все прекрасно. Только немного душновато. Окей, я достал немного снаряжения. Скоро покажется цель. Расслабиться? Я еще не умер. Ты в порядке? Все прекрасно. Только немного душновато. Ой, мой звонок. Мы можем сейчас умереть. Окей, я достал немного снаряжения. Скоро покажется цель. Я проверю вокруг. Давай, Карло. Подожди. Нет выбора. Или ты хочешь превратиться в зомби? Я позаботился об этом, оно уничтожено. Зло все еще активно. Не сейчас, я занят. Нет! Этого сделать. Я не хочу в тебя стрелять. Беги! Убей меня! Я готов. И не человек. Подожди, мы не должны делать это. Морфий не даст. Быстрее. Пока еще не поздно.
Михаил, у тебя все еще есть надежда? Мои люди, они должны выбраться от этих монстров. Я не могу остановить их, потому что не достаю. Ты видишь этих монстров вокруг? Это все жертвы Амбреллы. Ты выбрал меня, чтобы отобрать это у них? Ты что, не можешь понять очевидных вещей? Тут нам абсолютно не нужна компания. Нет возможности бороться с такой лавинообразной массой. Я знаю, по какой причине все действуют совместно с тобой. Извини. Я чувствую, как бесполезно. Не делай этого. Ты никому ничего не докажешь. Я все еще жив. Мои люди не... Не думай сейчас об этом. Просто расслабься. Я не смог сохранить своих людей. Похоже, готовы идти. Вот, возьми. Ладно, Николай не сможет сопровождать нас. Я понимаю. Я буду вести машину. Пошли. Выглядит хорошо. Эй, что творится сзади? Михаил! Джилл, вылазь из машины, сейчас же! Михаил, подожди! Нет! Вылазьте отсюда, быстрее! Извини за морфий, но это ничто не могло побороть. Да, ты права, Джилл. Я буду вести машину. Николай не захотел присоединиться к нам. Ладно, пошли. Это, наверное, оно. Да, мы оба выжили. Ты еще раз поможем детям? Да, это невежливо. Сейчас нам надо отдохнуть. Пока есть хотя бы один, отдыхать нельзя. Это подарок. Могу поверить, ты жив. Надо узнать, как выбраться из города. О чем ты говоришь? Мы сделаем это. Ты получишь это. Нет возможности оживить. Ты думаешь, мы должны верить этому плану эвакуации? Это же кусочек бумаги.
У нас нет другого выбора, кроме как поверить им сейчас. Если мы умрем, то хотя бы выберем место получше. So that's it then, huh? Ты встаешь? Возьми это. Я только... не могу удержать. Наконец это завершилось. А? Нет. Джилл! Эй, что я сделал? Прости меня, Джилл. Пожалуйста, встань. Джилл! Карлос! Джилл! Джилл! Эй! Не трогай меня! Нет! Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я пойду наверх на звук дождя. Не могу поверить, я все еще жива. Карлос? Похоже, здесь орудуют настоящие безумцы. Не волнуйся, Джилл, здесь безопасно. Я заражена вирусом. Это проще. Я в порядке. Я не чувствую никакой боли. Что-то меня тревожит. Я ничего не могу чувствовать. Что же это значит? Не вставай, Джилл. Я о тебе позабочусь. Что бы ни случилось, не давай вирусу победить себя. Если я превращусь в зомби, не бери это. Я хочу быть уверена, что ты убьешь меня. Не стреляй! Николай? Ты еще жив? Ты видел, что случилось? Что происходит? Я один из супервизоров. Это все, что тебе надо знать. Подожди. У меня нет идей. Потому что я все еще жив. Что ты делаешь? Ты что, сошел с ума? Иногда легко забыть о лояльности. Как сейчас. Кто тебя подстрелил? Да, ты знаешь. Что-то с большой головой и уродливой мордой. Не могу поверить, этот гад подстрелил меня. Этот торговец. Это Николай? Мы сделали это. Как самочувствие? Я в порядке. Что с тобой? Я еще далеко от монстров. У меня плохие новости. Николай все еще жив. Я думала, ты умер. Я не знаю, что означает слово смерть.
Что было после? Да. Я не знаю. Все, что я знаю, то, что он наш враг. Извини, Джилл, но я не смог позаботиться об этом. И обещаю позже исправить это. Но не волнуйся. С тобой все в порядке? Да. Страшно. Что происходит? Нет, подожди. Эти монстры не встанут. Что? Я думаю, их надо убить. Нет, это ждет тебя. Он играет с нами. Карлос, ты думаешь, мы скоро вернемся? Нет, я так не думаю. Извини, Джилл, но я должен кое о чем позаботиться. У меня плохие новости. Николай еще жив. Николай? Ты уверен? Да. Я не знаю как, но он стал монстром. Запомни, не верь ему. Всем, миссия завершена. Возвращайтесь немедленно. Повторяю еще раз. Всем возвращаться немедленно. Я весьма удивлен, почему ты до сих пор жив? Видимо, ты выполняешь очень приятную работу для себя. Может быть, поможешь нам? Не вижу смысла помогать вам. Потому что это не имеет значения. Чтобы не было вопросов, да. Предприниматели вошли в союз зомби, которые были созданы благодаря инфицированию специальным устройством. Ты говоришь, что послан либеральным военным центром для борьбы с этим существом? Точно нет. Операция проходила в очень экстремальных условиях, что очень плохо сказалось на возможности команды выбраться. То, что нам надо, это собрать жизненную информацию с объектов. Другой мутант. Что происходит? Он умер. Карлос. Джилл, слушай особенно внимательно. Этот прибор может быть уничтожен на расстоянии. Ты уверен, что ты несешь его с собой? Взрыв будет способен уничтожить все. Ты уверен в этом? Я сдерживаю там супервизора. Идем, надо быстрее покинуть этот кошмар. Давай быстрее, у нас совсем нет времени. Спасение в использовании всего рабочего времени. Спасибо, Карлос, ты очень помог. Слушай внимательно, Джилл. Иди и получи важные указания. Но я только... Я знаю, у нас не осталось времени. Наконец-то мы можем определить, где выход отсюда. Эй, что ты думаешь о Николае? Николай? Ты все еще удивлен? Николай, стой! И что, ты хочешь свалить один? Это твой план? Я могу гарантировать, что все супервизоры будут спасены. Даже я останусь один, кто будет знать, что же произошло на самом деле. У меня будет достаточно сил получить бонус. Зачем убивать меня? Я не понимаю этого. Они хотят тебя уничтожить для своих целей. The amount is modest. Или другими словами, получим вознаграждение за подтверждение твоей смерти. Великолепно, но у меня нет совсем никакого желания лазить по вентиляционным шахтам. Внимание! Запущена система закрытия комнаты. Всем выбраться немедленно. Внимание! Отвержена ракетная атака. Немедленно эвакуировать весь...
слышите, ответьте немедленно. Я здесь, что это? Я спасусь. Вертолет запущен и готов к взлету. У меня на пути. Скоро от города ничего не останется. Быстрее, и не забудь взять с собой этот прибор. Что оно делает? Этот прибор может быть взорван на расстоянии. Ты уверен, что ты несешь его с собой? Слушай меня, не поднимайся туда. Только немного понаблюдай сверху. Внимание! Подтверждена ракетная атака. Внимание! Подтверждена ракетная атака. Опасность на уровне Д. Немедленно эвакуировать весь персонал. Проверка системы. Проверка данных. Опасность. Не хватает энергии. Система активизирована. Внимание. Подключено. Внимание. Подключено. Система подключена. Орудие активизировано. Запуск программы. Приготовьтесь к выстрелу. Внимание! Система завершает работу. Вхожу в спящий режим. Ты хотел Старс, ты его получил. Наверху! Кажется, пора приземляться. Окей, садимся здесь. О, нет! Это здесь. Время пошло. Пришло время боя. Благодаря своему упорству ты осталась жива. Николай? Извини, никто не выберется отсюда. Ты хочешь убраться один? И это твой план? Я даю гарантию, что все супер-лидеры спасутся. Скажи, я сам пришел. Знаешь, что это было на самом деле? Я буду дальше. Зачем убивать меня? Я не понимаю этого. Вот причина, по которой они хотят тебя уничтожить. Канал Безмолк. Или другими словами, получим вознаграждение за подтверждение твоей смерти. Все же я буду скучать по вам, но время говорить до свидания. Ты можешь умереть с достоинством или умереть с сожалением. Это не для тебя. Джилл, что случилось? Карлос, Николай возьмет нас на вертолете. Уверен, это именно то. Мне нравится это место. Это еще не конец.
Я не поднимусь, Джилл. У нас есть еще шанс. Я не хочу подниматься. Джилл! Именно. Мы нашли путь отсюда. Смотри. Джилл! Это конец, Карлос. О чем ты говоришь? Ты что, не слышишь? Это поисковый вертолет. Он здесь, чтобы спасти нас. Но кто это? Возможно, кто-то наблюдает за мной. Это не важно, но мы должны сделать это. Джилл, что случилось? Карлос. Вертолет. Уверен, это именно то. Мне нравится это место. Это еще не конец. Я не поднимусь, Джилл. У нас есть еще шанс. Я не хочу подниматься. Эй, он назвал твое имя. Кто не может? Это не важно. Мы должны сказать ему, где. Именно. Мы нашли путь отсюда. Смотри. Джилл, смотри, вертолет! Yes! Спасибо, ты спас нас. Я не мог дать вам умереть. Это ты? Ты готов покончить с этим? Оно движется. О, да. Это враги. Хотели бы представить президента и генерального канцлера. Они представители власти и порядка в Роукленд-Сити. Президент и канцлер недавно руководили операцией уничтожения. Лучшая команда для непредвиденных ситуаций была послана в город. Эти отважные люди вернулись и предотвратили возможную угрозу жизни всего человечества, грозившую от рук грязной корпорации. Силовые органы начали разбираться. Остается загадкой, кому же все-таки помешали жизни мирных жителей. Civilians.